такое вот китайское чудо. Powerbank Xiaomi-шный на 10 тысяч мАч. Открываем пломбу. И что у нас здесь? Здесь контейнер в контейнере. Такая ниточка для проверки резиновности. Контейнер пустой. Здесь сам Powerbank. Алюминиевый корпус. Логотипчик. На 10 тысяч миллиампер часов. Черного цвета. Тыльник пластик. Ну и такой оригинальный кабелек на микро USB разъем для зарядки. Есть еще версия Pro, там идет Type-C разъем. Так, один нам пока не пригодится. Лучше при покупке заказать на него силиконовый чехол, даже не поцарапать. Ну и опять же, в зимний период времени, как бы, чехол будет немного греть его. Проверка работоспособности. Заводская пленочка наполовину заряжен. Нажать и подержать, идет выключение. Все. Мигает, значит, включен. А как же его выключить? Режим ожидания. Проверим, как заряжает. Разъем, подключаем к телефону. Зарядка идет.